Всех привет и про новый процент. Продолжаем мы проходить Рим Тутуар. Можно сказать, стратегия. Так, у нас, я думаю, скорее всего, нападем на Карфаген. Только где бы сейчас заказать бы нам здесь агент какого-нибудь. Вот, ты мне прям очень нужен. Прям очень-очень нужен этот агент. Будем разбираться. Но прежде чем на Карфаген нападать... А же нигде, да? Тут нормальной армии нет, да? Ну, давайте тут конницу наймем. Пока. Здесь у нас желтый, давайте тебя будем нанимать. Почему тут желтый, не знаю. Этот город только взяли мы. Будет строительство идти дальше. Ну чё, пока мы ни с кем не воюем, если не ошибаюсь, да, давайте посмотрим дипломатию. Да, больше у нас никого... А, Карфаген наш союзник, вот чё проблема. У нас проблема, Карфаген наш союзник. И у него враги египтян. Да, чё мы будем делать с Карфагеном? Пока ничего получается. Значит, тут надо как-то успокоить населенность. И идти на какую-то другую страну. Тут есть Британия рядом с нами, которую можно напасть. И все-таки попробовать. Ну давайте тут. Здесь тут посла можно нанять? Да, тут можно посла нанять, посмотреть, что будет. Может разорвать отношения с Карфагеном. Вообще-то он сейчас воюет, Карфаген. А, нет. Он только с Египтом воюет. А, британцы. Вот Британия. Все враги. Египта. Дальше пойдем на Британию воевать. Приказы? Вот сюда можно идти. Так, ты у нас идешь сюда. Ищу улики. Нет, ты мне не нужен. Иду. Приказы? Идешь обратно. Здесь надо армию собрать. Тут нормальная армия стоит, вообще без проблем. Тут у нас маленькая армия стоит. Тут вообще ничего нельзя сделать даже. Наши против британцев будем воевать. Тут пока пускай успокоится. Это мы сейчас распустим всех наемников. Фиг с ними, нам они нужны. 53 года, 23. Можно тебя господин! Отправить отсюда. Вперед! Давайте соберем ему армию. Господин! Марш! Приказы! Так, все понятно. Приказы! Приказы! Так, ты тоже идешь? Приказы! Господин! Какие гастаты есть! Алководец! Господин! Алководец! Ну а собаку сам сюда. То пофигу, потеряем, создадим новых. Алководец! То, конечно, такого опыта не будет, но они наберутся опыта. Господин! Господин! Давай тебе. Приказы! Приказы! И еще конец. Алководец! И тут вообще все прекрасно. Идем сюда пока. Уходим! Набираем здесь народ. Все, я думаю, будем пропускать ход. Тут вообще просто какой-то крах у нас. А игры почему не можем сделать? Ну ладно, фиг с ним, там дворец построится, думаю, все нормально будет с дворцами. Вот это больше всего у нас незащищенный город, вообще просто ни о чем. Его прям захватить, как нифига делать. Вот здесь то же самое, особенно. Ничего такого нету. Иди фракции. 68 лет, ёб твою мать, ему уже 68 лет, господа. Иди фракции, давай тут кого-то наймем. Давай тебя наймем.
Бля, ну вот это 7 ходов, очень дорогая штучка. Ну ладно, пропускаем ход, смотрим, что у нас дальше будет происходить. Пока мы ни с кем не воюем. Мятеж. Здесь мятеж. Нихуя здесь мятеж. Почему здесь такой мятеж? Давай вот это построим. Ремонт. Тут армия-то неплохая. Давай наймем еще кого-нибудь. Так, сообщение. Замечательно просто. Ты идешь у нас сюда. Свидетельство по поводу строительства. Так, тут у нас построилось, да? Оружейную тут построим. Тут дворец построился, но дворец нужен еще стены. Стены тут строим. Бля, деньги вообще улетели у нас. Тут у нас наконец дороги построились. Давайте тут построим. Дороговато. О! Амфитеатр давайте построим. Пускай амфитеатр будет. Здесь у нас строительство тоже закончилось. И тут недовольно. Арена давайте построим, значит, здесь. Тут дороги построим, значит, есть хозяйство будем развивать. Здесь училище построили. Это, пускай так и будет, это идет ремонт. Ну, это все там. Ну, хорошо, замечательно просто. Это объявление. Это понятно. Минус деньги, минус деньги. 3000 у нас осталось, вообще пиздец. Так, ты у нас идешь сюда. Господин! Границы. Уходим! Ну, этот город можно потерять легко и просто. Вот тут у нас тоже что-то какая-то эпидемия. А, тут у нас дворец. Строится дворец. Ну, давайте тут городскую стражу наймем. Ну, тут тоже можно городскую стражу нанять в данный момент. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Так. Секундочку. Простите, я снова здесь. Так, что у нас тут вообще творится? Тут бунт, я знаю. Так, здесь я нанимаю опять. Здесь тоже у нас какие-то эпидемии начинаются по поводу наших, можно сказать. А где у нас вообще находится наследник? Бля, у наследника даже нет этого. Ты где вообще находишься-то? Знаю, да? Вот ты что ли? Да, вот будущий заебца. Он здесь находится. Ну ладно. Так, армия пока идет у нас сюда. Господин! Эта армия тоже пока идет сюда. Сейчас соберет армию и пойдет отсюда. Не постоянно что будет. Может даже британские острова вот сюда придем. Тут все, тут у них. А это тут ничего нет, что ли? Просто безымянные. Название, что ли, получается? Нихуя у них территория, блядь, пиздец просто. Чувствую, с ними будет очень трудно сражаться. Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет, посмотрим, что будет. Тут строительство идет. Давайте здесь, наверное, нанимать пока не буду. Здесь никого. Отсюда армия тоже уберется. Даже можно объединить не 3 войска, потому что пиздец. Приказы! Вообще просто очмеет. Это 2 новеньких, можно сказать, да? Приказы! Почти в один собрали. Ладно, ждем, ждем, пока там все успокоится. Ну что, пропускаем ход. Ждем еще один ход. Убрать совет. Убрать совет. Так, дипломатические сведения. Следующая фракция начинает войну. Следующий фрактор взорвал свой союз. Карфаген сам разорвал со мной союз. Это что значит? Это значит, эта армия идет обратно. Нет, ты остаешься здесь у нас. Уходим! Сколько там где солдат? Раз, два, три, четыре, пять. Еще 5 солдат надо. Раз, приказы! Два, приказы! Три, четыре, пять. Император! Все.
Армия готова. Ты идешь сюда. Блять, а ты поворачиваю тебя обратно. Ёб твою мать. Союза со мной же уже не будет. В любом случае. Это мы знаем. Так, строительство. Акведук тут построился наконец-то. Давайте тут академию построим. На денег мало вообще стало. Ну тут стены в любом случае 100% будем. Дороги тут построились. Можно и продолжать дороги. Но я лучше построю арену. Пускай тут арену будет строительство. Здесь ремонт есть, но тут они синего цвета, блять, вообще пиздец. Ну, я тут нанимаю еще войска. Что тут собирается нормальные войска. Так, это понятное дело. Это понятное дело. Ну что, значит, будем в войну. Вот эта армия может сразу же атаковать, я думаю, скорее всего, их. Давайте посмотрим по мощности. Карфаген. Это вообще пиздец, сил баланс. Ну да, я их... Даже хоть они могут тут этот город у нас захватить без проблем. И тут член семьи, у нас 54 года. Давайте тут наймем. Не, вот это вот. Давайте наймем, посмотрим, что из этого выйдет. Тут зелененькое стало, заебись. А тут у нас красный, как и был, как и осталось. Давайте, может, какой-то... Ты старый, молодой. Вот эту можно отправить сюда. Пускай идет у нас туда. Может, он краси хватит. Пропускаем ход. Опачки, там что-то у нас было около нашего города. Если они атаковать будут прямо сейчас. О, а тут, блядь, фигово. Он что-то бунт какой-то решил устроить здесь, да? Ну, нанимаем еще войска здесь. Так, дипломатические сведения. Начали войну. Набор войск. Кузница тут построилась. Тут можно рынок построить, значит. Тут нужен дворец. Тут ничего нельзя построить вообще. Ждем 2000 населенности. Тут храм построить, значит, давайте здесь это построим. Канализация, что ли? Агент обнаружен. Город растет, мы знаем. Итоги, понятно. 4000 у нас остается, вообще ужасно. Пока ждем, пока стоим чуть-чуть. Здесь опять у нас эпидемия какая-то. Нанимаем опять городскую стражу. Ты идешь сюда, нас. В атаку! А ты идешь сюда. А ты сделанный, господин! Давай, может, отсюда кого-то уберем. О, тут вообще пиздец, дохуя их. Марш! А ты сделанный, господин! Тоже идешь сюда. Вперед! А ты сделанный, господин! Это скоро построится, а денег в Великий Форум вообще не будет хватать, чтобы строительством заниматься. Да, такие дела у нас, чудеса. Пока у нас здесь ничего такого нету. 32 года еще пока молодой. А что у нас вообще по поводу... Нет, фракция... Азиат 218... Ставь верховной властью Рима и контролируй не более 50 провинций. Регион по контролю 15. Сожжение выиграно 69. Проиграно. Член семьи. Лидер фракции. Ну понятно. Член семьи 39 на семье. Получается то, что мы всего лишь 15 контролируем. А надо 50. Ёб твою мать, это пиздец просто. Ну что, пропускаем ход? 22 года, я согласен. Свадебное, замечательно просто. Дипломатические сведения. Солдаты мои. Арена построилась. Замечательно просто. Строим тебя. Только один в одном городе, да, у нас? Так, ты у нас идешь сюда. Ты идешь сюда, ух, нихуя там зеленый стало. О, тут стены огромные нужны, бля. Все деньги туда ушли. А? Подожди. А почему такая у нас ситуация? А пускай не будет тут строительство, без строительства пока. Так, армия. Алководец! Вперед!
Блять, отменить нельзя никак-нибудь, блять. Еще три хода будет туда идти. Ну чё, погнали мы. Господин! Вперед! Ходы кончились, господин! Идешь туда пока, два хода где есть. Два хода. А тут у нас что-то слишком плохо. Наймем еще. Стен пока строить не буду. Сколько тут ходов? Еще два хода будет у нас. И денег там на строительство даже не будет, нифига. На казарму. Там 8100. Ну там копейки не хватает. Ну ладно. Кораблей у меня вообще нету, я не сражаюсь. Пока они не идут сюда, это слава богу. Это они сами атакуют. Отшумей просто. Я думаю, мы их сметем с этой армией, можно попробовать это сделать. Ну ладно, пропускаем ход, смотрим, что у нас дальше будет происходить. До города у нас два хода, дипломатия тут идет, и тут у нас борьба какая-то пошла. И там неплохая армия Карфагена была, господа. Я знаю, что у меня посол здесь появился. Без промедления. Без промедления. Вот он, блядь. Чин семьи какой-то здесь. Господин. Бриарей Мудна. Мудна, нихуя себе, блядь. Император! Я к городу приближаюсь уже, но это армия неплохая. Следующая фракция начинает войну. Отряд у нас появился, так, строительство. Ух, бля. Здесь понятно. Ну давайте театр здесь сделаем. Здесь уже построился. Ну давайте здесь вот храм поставим дальше. Здесь есть хозяйство у нас построилось получше. Давайте амфитеатр тоже тратим. Это арен построил, значит тут можно вот это построить. Все. Храм точнее. Все. Популярность в народе упала, популярность сената выросла, почему не знаю. Итоги. Обнаружен агент из этого, и сенат провал по поводу этой ситуации. Но мы еще идем. Это мы еще посмотрим. Так, окей. Дальше что у нас тут творится? Эта армия идет сюда. Еще два хода осталось чуть-чуть. А ты у нас сюда идешь, да, я так понимаю? Больше нет, господин. Да, ты у нас сюда пришел, замечательно. Может, это сюда бы лучше бы прийти. Вперед! Император! Не, мы нормально проскочил, заебись. Ходов больше нет, господин. А сколько нашему лидеру лет уже? Император! 70 лет, ёлки, мать. Отчуми просто. О, следующий ходу будет построен. Ну ладно, ничего страшного. Так, пока тут ничего интересного не происходит, мы сюда идем в атаку, но у них тут неплохая армия есть. У них очень неплохая армия здесь есть. Идем сюда, смотрим, что тут у них происходит, и вот до этого города доходим. Смотрим, что у нас будет. Вот эта армия может у нас захватить вот этот вот город. 100%. Мы можем обменяться этими городами. А здесь я вижу все нормально, давайте тут наймем конницу. А этих распустим. Все, заебись. Пропускаем ход, смотрим, что у нас дальше будет происходить. Нихуя там, блядь, армия стоит. Это я заниматься не буду, мне не особо интересно. Так, ты идешь сюда, он нам. И со мной не зеленая. Пиздец. Вот и зеленая стала. Так, следующей войны, следующей фракции там воюет. Перемирие у них. Так, у нас римская появилась. Строительство, блядь. У, да. Мы все-таки вот это построим. А это что это такое? Осадная инженерия. Тяжелая анарга, онагры, скорпионы тут у меня. Значит, вот это бы замечательно было. О, академия тут вообще не построена. Ёб твою мать. Давайте академию тут построим, фиг с вами.
Тут построю стенные. Понятно, но при этом у нас аренду надо строить. Тут рынок построю, значит, и конюшню можно строить. А тут дворец построить, значит, стену будем строить. Бля, 6 тысяч у нас. Анхария у нас родилась, девочка. Сенат. Итоги. Почему у нас здесь такой непорядок, я не знаю. Давай наймем здесь городскую стражу. Да там, блядь, 3 полководца сидят, а толк нулевой, да? А вот эта армия мне не нравится, господа. Слишком у них неплохая армия находится господин! Здесь. Вперед! Да. Мне нужно атаковать, отдать регион, сделать нож постоянный, поравнять по карте. О, у них тут все ж 3 города. К вашим услугам. Пока стоим, блять, это очень плохо. Господин! Надо ждать эту армию, пока эта армия придет сюда. Если они сами в атаку. Ну, мы пока постоим здесь, ничего делать не будем. Но вот эти 2 армии очень плохо, на самом деле. Даже эти 2 города просто могут уничтожить, как нифига делать. Ну, считай тот. Ну, тот ладно. Там армия побольше. Так, что у нас вообще здесь есть? Вот у них у нас. А, это катапульты, типа того, можно сказать. Скорпион. Вот скорпион охуенная штука, может быть, да? У нас строительство не везде, здесь строительство у нас не ведется. Давайте тут построим академию, фиг с тобой. Тут тоже строительство у нас не ведется. Ну, аркведук можно тут построить. И все, у нас 1000 золотых остается, блядь, и конец. Всего, что тут у нас возможно. Вот армия пошла куда-то. Я думаю, скорее всего, может, к моим территориям хотят приблизиться. Но я хочу, прежде чем атаковать, дождаться вот этой армии. Приказы! Атаковать врага! Победа! Атаковать врага! Все, он взял это. Победа! Сколько ходов осталось до сюда, чтобы дойти? Бля, раз, два, три, четыре. 4 хода, очумей просто. Ходы кончились, господин. О, большие стены построились. Ну, понятное дело, давайте здесь арену построим, значит, пускай у вас арена тоже будет. Итоги, понятное дело. Так, все. Еще 4 хода надо ждать, еще 4 хода надо ждать. Атакуют, короче, пропускаем ход. А, я про тебя забыл, что ты у меня тут еще ходить можешь. Неплохая у них армия ходит. Неплохая. Так, все. Строительство у нас 3 городов, только не все даже строятся мне везде. Давай тебя... Нет. Может, давайте корабельный флот, может, будет приносить больше нам прибыли. Так, ну тут... Даже не знаю, ну форум давайте построим. Здесь понятно, дороги давай построим, пока. Тот у нас уже вырос, замечательно просто. Господин! Так, идешь ты. Ну, короче, серия будет мирная. Тут надо нанять. Так. Тут строительство идет. Тут строительство идет. Тоже идет, только кроме здесь. Но здесь надо ждать. Тут у нас строительство не идет. Ну тоже давай дороги. И здесь не идут. Тоже дороги будет. Но тут надо еще нанять армию. Еще конницу наймем. Все, пропускаем ход. Ждем первое действие. И они будут делать. Или мы уже в следующей серии будем атаковать. Как мы до сюда дойдем, в атаку мы пойдем. Так, вырубаем тебя. Где там ты, наш дорогой, любимый? А вот ты. Идешь сюда. Ходы кончились, господин. Так, свидетельство понятно.
Это мы тоже знаем. Так, строительство. Здесь переписчик. С ростом поселения это здание может улучшать. Переписчик. Зипца. Блять, это охуенно на самом деле. Главный город, давайте дороги построим. Тут арена построил замечательно. Вот так делаем, просто супер будет. И тут академию построим. Так, окей. Здесь академию построить. Тут переписчик появился у нас. Ну тут можно оружейник, что ли, там поставил. Я. Тут конечно, ну да, с казарму. Стены построить, замечать. Давайте публичные баны. Баннию сделаем. Так, все, замечательно. Денег у нас минус, как всегда. Через два хода у нас все сюда. Это атакует, и будем заканчивать серию. Нихуя там минус 4000 у нас. И плюс 11000. А тут очень плохо. Что так очень плохо? Нанимаем тут городскую стражу. Помните сведения. Перемирие у них. Мне похуй. Испания будет моей. Ух, ёб твою мать, что тут построил и все. Так, ну, давай тебя. Здесь. Оружейник. О, тут вообще красные. Что за фигня? Понятно. Вот так делаем. Так, обрение фракции. Это наши, там кто-то получает повышение. Агент из Британии, бля. Ёб твою мать, а. И чё это даёт, бля? И нахуй это я сделал? Хуй знает, бля. Если честно, я не знаю. Кто знает, может подсказать. Ведь чё, и это просто, когда я нанимаю флот, он будет собираться, короче, там, в этом месте. Только вот это мне можно описать. Вперёд! Ну все. Так, что у нас дальше? Дальше здесь у нас дороги все построятся. 200 лет до нашей эры уже, господа, поздравляем. И тут уже, блядь, бруты, блядь, полным ходом захватывают их территорию. Нихуя себе. Чувствую, бруты у нас первые соперники сильные будут. Пока мы тут в Испании разбираемся. Ну, вообще-то мы можем и против британцев начать войну уже. Тут армия у нас есть. Какая-нибудь, но со мной она что-то сделать сможет. Тут хуйня какая-то всякая, блядь, которая неинтересная нанимать. Ну тут более-менее. Ну ладно, не будем заморачиваться, переходим мы к следующему ходу. Этот ход, скорее всего, у нас последний будет, как раз у нас выходит на целую серию. Конечно, мирная у нас серия была, просто ходим, ждем, ожидаем. Тут у нас провал заданий, которые я вообще в жизни не выполняю. Тут у нас тут очень плохо все, прям ужасно. Нанимаем здесь городскую стражу, я не знаю, почему такая фигня у нас творится, даже рост политики. У нас тут, бля, какой-то крах. Давай тебе на... ну понятно, если я уберу его, пизда, и тут он остается, да? Такой же прикол. Давайте кого-нибудь пошлем туда. Ну, прям тебя. Через один ход будешь готов, да? Так, дипломатическое сведение. Подожди, кто там? Чё там, блядь?
А, враги. Я думаю, нихуя, союзшего объявили. Вот этот пиздец какой-то, там по-любому какой-то агент сидит, блядь, и что-то наворачивает. Император? Все, мы здесь. Строительство. Вот, дворец обязательно строим, потому что это первое основное у нас. Здесь на стену, увы, у меня нету денег. Оружие не знаю, что строим. Ну, здесь фигня полная. Ганория у нас появляется новая. Что у нас по поводу древа семьи? Вот такая у нас древо семьи. У кого-то до сих пор ничего нету, а как и нашего наследника, вообще никого нету, блин. Вот она, да? Нет. Это у кого? А, во? Да, вот она. Пиздец, сколько, блядь? Скоро будет готов уже воевать. Ладно. Заебца. Растет у нас город. Хорошие новости. Этот город я уже знаю, что растет у нас. Итоги. Это я знаю. Все. Идем в атаку. Император! В атаку! Они в ахуе. Чем мы с ними воюем? Поселение в осаде, господин. И тут армия хорошая господин! Стоит. Можно атаковать их даже. Господин! Можно даже сказать. Посмотрим, что у нас будет. Посмотрим, что у нас будет. Я объявил войну в этой серии. На следующей серии мы будем сражаться дальше. С Карфагеном уже. А там, может быть, с британцами уже. Поможем брутам захватить их территорию. Ну ладно, на этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии таких прохождений. Всего удачи вам и пока.